Как вы догадались, что вторая половинка вас обманывает? Обо всем можно догадаться по языку тела и настроению. Еще один признак, который выдает измену, это если он сразу же придя домой, бежит в душ, даже если на улице не особенно жарко. Он не ходил в спортзал и не прилагал никаких чрезвычайных усилий в течение дня. Моя жена пыталась позвонить мне, но забыла повесить трубку, когда заработал автоответчик. Она оставила мне 3-минутное сообщение, в котором было прекрасно слышно, как она обсуждает меня со своим возлюбленным. Она сказала, что с ним она в 1000 раз счастливее, чем со мной. А я в то время был дома с нашими детьми и думал, что она находится в 1900 милях от нас, у постели умирающего отца. 2 года спустя мы развелись, а ее отец все еще жив. Она всегда удаляла все свои сообщения. У меня были определенные сомнения, и я сказал, что на моем компьютере есть программа, которая перехватывает все сообщения по Wi-Fi. Я сказал, что прощу ей измену, если сама во всем признается. Она призналась, я выгнал ее из дома. Я посчитал фотографии. Это был 2000 год. Тогда в телефонах не было камер, снимали на пленку и фотографии делали в фотостудиях. Моя жена привезла из поездки в Лас-Вегас пачку фотографий, но некоторых не хватало. Пленка была на 36 кадров, а отпечатанных снимков только 28. Спросил об этом жену, но она сказала, что остальные фотографии не получились. Я ей не поверил. Нашел проявленную пленку. На тех снимках, которые она скрыла от меня, был какой-то парень и она. И выглядели они очень счастливыми. Она написала об измене в своем дневнике. Няня нашла дневник, прочитала и рассказала обо всем мне. Самой большой подсказкой было резкое изменение его музыкальных вкусов. Она попросила починить ее iPad. И я обнаружил письмо, подтверждающее покупку билетов на самолет, чтобы полететь к ее бывшему, который живет на другом конце страны. Мой муж добавил новый предпочтительный номер в наш общий тарифный план. Это была его любовница. Телефонный оператор прислал мне электронное письмо с подтверждением, в котором упоминалось добавление этого номера, а также имя владельца. Я рассказала об этом мужу, и он солгал мне, что все это не так. Затем я нашла эту женщину. Я узнала, что они вместе уже 2 года, а не так давно мы отметили 8-ю годовщину свадьбы.